Сварливая хозяйка уволила прислугу. Когда служанка уже уходила, она кинула 3 монеты собаке. «Что это значит?» – закричала хозяйка. «Не беспокойтесь, мадам, она их заслужила. За те 3 месяца, что я у вас работала, она всегда вылизывала тарелки начисто». Задрала Дашу головку так повыше и пошла, пошла, пошла царевишна этакая. Все думали, что она слишком гордая, а нет, просто так зимой сопли из носа не вытекают. В детстве Наташка мечтала стать пожарным, но судьба что-то перепутала, и теперь она не тушит, а зажигает. Как-то 5-летнюю девочку спросили, какая разница между мальчиками, которых приносит аист, и теми, которых нашли в капусте. Ну, одни вырастают орлами, а другие козлами. Когда я сказал ей, что не хочу видеть ее, она взяла и выключила свет. Ну и как с ней после этого ругаться? Дорогие девушки, то, что вы встречаетесь с богатыми мужчинами, вовсе не означает, что вы разбогатеете. Запомните, деньги половым путем не передаются. Приходит мужик к любовнице. Она поляну накрыла, сели, покушали, дело уже доходит до постели, она и спрашивает. А что, если муж вернется, что будешь делать? Да ты не переживай, у меня под окном велик стоит, а на нем такое офигенное мягкое сиденье, пока ты будешь открывать, я на него прыгну и уеду. И только они ложатся в кровать, как звонок в дверь. Мужик и говорит, ты, короче, иди открывай, только не спеши, я сейчас быстренько оденусь и выпрыгну в окно на свой велосипед. Подходит она к двери, как слышит за окном, а-а-а! Что делать? Бежать смотреть, что там произошло, или двери открывать? Ну, она, короче, открывает двери, а там соседка пришла соли попросить. Она быстро дает ей соли и подбегает к окну. Что там у тебя случилось? Любовник сквозь боль. Ну что, что? Опять цыгане сиденье слямзили. Гинеколог – это человек, который ищет проблемы там, где другие находят радость. Мать подходит к расстроенному сыну и спрашивает, «Ты чего ты такой печальный сидишь? Представляешь, меня Люська бросила». «Да ладно тебе, было бы из-за кого так переживать, у тебя таких еще 100 будет». Сын поднимает ошарашенные глаза на мать. «Еще 100? Господи, да за что же?» Сегодня еду на работу в автобусе, а там сидит кондукторша и орет на весь автобус. Так, заходим, достаем, показываем, не стесняемся. Ну, я зашел, достал, показал. Выгнали из автобуса. Не понравился, что ли?